Реакция Хесуса на... Давайте. Реакция, бля, реакция. Блин, реакция Хесуса на... О, как это слушать? Ну, ну чё, давайте посмотрим. Чё, дорогие друзья, заценим новый трек да, Моргенштерна, который слили. Причем, кстати, не кликбейт, реально слив. Не знаю, как это у них происходит, блять, такое, да, что сливают трек. Ведь если он делает трек, то этот трек только у него. Все, куда, как, блять, вообще это происходит? Ну, специально, наверное, сливает, я не знаю, только. Это происходит так. Я не знаю, это можно говорить или нет. Короче, они не сами сливают. Это прям вообще за пара всех артистов. То, что сливают, ну, крупных артистов, то, что сливают треки вот так вот. Зачем это делать? Может быть, посмотреть? Да, смотрите, смотрите на активацию Windows, да. Смотрите на все это. А вы думали, с кем связались? Со мной. Теперь вот вебка лагает, блядь, активация Windows. На изначальную вот. Реакцию, хотя, опять же, зачем, непонятно. Вот. Мяу. Ну, как бы... Прикольно. Ну, давай, смотри. Окей! Привет, Моргенштерн, который смотрит мою реакцию. Давайте же начнем. Тут у нас как бы коллаба, дорогие друзья, фит. Моргенштерн и Лил Пумп. Вот. Слив года, как, ну, так как говорится. Итак, поехали. У меня камера лагает, я тут качаюсь, я не вышла, надо все включить, секунду. Лил Пумп, да. Агрессивно. Бля, мне не нравится вот этот вот звук, знаете, как в старых. Что тебе не нравится, ебать? Почему все на все реакции? Нет, неправильно говорю. Почему реакция начинается со слова «мне не нравится»? Как песня это может не нравиться? 80-х. Ты сильный. Ну как-то это вообще... Извиняюсь за мат. Не вписывается в современный формат. Ну как-то это не современно, короче говоря. Как-то это... Как, ну вообще нет, ну GTA, да, GTA, мне не нравится, меня вот это не заводит как-то, что-то как-то мне не нравится. Да все, извинил за мат, сори, ну, большое сори. Может это, Lil Pump сейчас как разъебет. Я не буду танцевать, если что, под эти все штуки. Я у вас сегодня стеснительная. Так. Я уже даже не пытаюсь понять, что, о чем он поет. Это вообще понимать. Главное ведь что? Молодец. Чтобы качало головой вот так вот. Готово! Я опять с вами. Называй меня Володя и плати налог. Да, вот такой вот у нас теперь стоп-кадр, как вам?
А что там за вот летают вот эти вот смайлики какие-то, какашка тоже летает, это нормально? У вебки инсульт жопы. Мне интересно, англоязычная аудитория вообще как? Ну, они тоже не понимают, что поет Lil Pump. Им тоже приходится так вслушиваться и понимать, что, блять, он сказал. Каково, Владимир, what? Что? Или как? Или для них он нормально поет. Это просто у нас такая проблема, что у Моргенштерна как-то с этим есть какие-то сложности. Не надо претензий. Потому что вроде как я слышу четкую английскую речь. То есть понять вроде можно. ХЗ. Субтитров нет. Я, кстати, вообще я не понимаю, о чем он поет, потому что он поет по-английски. Мне бит не нравится, блять. Мне не нравится бит просто, вот и все. Блять, мне не нравится, как Моргенштерн читает. Еще мне не нравится бит. А еще мне не нравится. Блять, ну какой шо-то тебе нравится? Ну, Иисус. Сори. Большой сори. Плюс он очень однообразный. Привет, натуралы. Подожди, однообразный и какой-то он, блять, не знаю, в стиле GTA, ну как-то вообще не то. Сейчас опять будут мне писать, типа, вот, да ты как обычно, блять, и все не нравится. Алло, вы знаете, сколько у меня всяких разных этих самых, ну, вы понимаете, короче говоря, этих... О! А! Ну да, мешапов. Алло, а? Знаете сколько? А, вы знаете сколько? У меня их дохуя. Ладно, давай, я забираю свои слова обратно. Ладно, хорошо, так уж быть. Опа, вот это я понимаю. О, ебать, вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Блять, помогите, мне страшно. Спасибо. Окно закройте и все. И будет жарко. Ну, спасибо за 2000. Блин, так, стали... что началось опять, я не понял, блять. Приходите уведомление этот видос. Вот. Да. Опять мем. Амагат, what the fuck, Gucci, ta-a-a-e-u. Мне просто весь сегодня чат в этих мяу будет, потому что, ну, реально, так сложно это контролировать. Вот когда я просто разговариваю, типа, я могу это контролировать. А когда я сижу и что-то как-то, ну, типа, реагирую на что-то, нет, не могу, вообще не могу. Я думаю, что в скором... Я выкину эту вебку. Я тебя выкину обязательно. О, да, да. Пригрозили, испугалась, да, засыха. Вебка ты, блядь, просто... А, блин. Просто испугалась. Смотрите, сразу на стоп ставит. В скором времени все треки рэперские будут примерно так и выглядеть. Эй, у, и, а-а-а, и, йоу, и, у, блядь. Спасибо за 200 рублей, мне жарко. Охладись. Не знаю, что на это ответить. Ну, я ожидал большего, конечно, учитывая, что это фит с Lil Pump, ну, которого я, естественно, не слушаю, я вообще ничего не слушаю, то это как-то вообще слабо. Но лично мое мнение, без обид, ну, реально. А, вот тут даже текст есть. Хей, 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 эй, хей, оу, е. Хей, окей, у, хей, оу, е. Хей, е, сука, гря. Это было начало, ща. Подожди. О, блядь, аж плохо стало. Давай, зачитай. What the fuck, bitch, I'm молодой тупак. I'm a god, baby, на мне booty bag. Bug, bag. Gucci тапки, цепи, золото, халат. Еду в ад, выдуваю еду в ад. What the fuck, bitch? I'm молодой тупак. Oh my god, baby. На мне какой-то booty bag, бэг, блядь. Gucci тапки, цепи, золото, халат. Еду в ад. Ну, короче, и все. Угу, ясно. У него есть трек? Тупо перепел. Ну, ебать, я могу, блядь.
катится на сцену самый новый белый мерин. Кинул, сука, ты ебала мои нервы. Ты не понял, сука, папа самый первый. Два мяча, а жопа будто два мяча. Охуеть, вот этот текст.